Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 1435. Почему церковь всегда крепла во время гонений? Как понимать выражение «кровь мучеников – семя церкви»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это установление Господне. Почему? Таков уж закон Божий. Чтобы в страдании, как в горниле, окалина вся перегорала, и очищенное золото блистало на радость хозяину. 1 Петра 4.1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Почему без мучения нельзя родить ребенка? Бытие 3 глава 16 стих. Жене сказал: «Умножаю множу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Евангелие от Иоанна 16.21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Это понимали уже и ветхозаветные праведники. Псалом 93, 19 стих. «При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твое услаждает душу мою». Псалом 118, 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Гонения за истину отсеивают мекину, ветром преследований очищает гумно. Луки 3 глава 17 стих. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Если нужно отобрать на славное и трудное дело, то предложи всем пробежать 10 километров за полчаса, и сколько останется. Глядя на мужество страдальцев, зрители превращались в сторонников гонимых. На крови Стефана зародилось будущее светило церкви, апостол Павел. Филиппийцам 1 глава 14 стих. «Большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Деяние 4.21. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». На место павшего под ударами палачей Бог восставляет сотни и тысячи новых бойцов. Как свидетельствует из жития святых, казнят одного, а от свидетельства героя веры обращаются палачи. Этих начинают казнить, обращается вся гвардия. Казнят на окраинах империи, а обращается в другом конце вселенной, в десятки раз большее число избранных.